Привет, с вами Ассоциация застройщиков. Меня зовут Мария Рожкова, я нахожусь в Краснодаре, в самом центре микрорайона Черемушек. Сегодня хочу вам рассказать об уникальном доме на берегу озера, в котором я сама купила себе квартиру для инвестиций. Я занимаюсь продажами недвижимости уже 4 года, и все эти 4 года инвестирую в новостройки. Чем же так уникален этот дом? Прекрасный 23-этажный дом находится на берегу озера Карасун со своей двухуровневой набережной. Посмотрите, как здесь красиво! Жилой комплекс «Дома озера» начали строить еще в 2008 году. Но потом застройщик обанкротился, и стройку пришлось заморозить аж до 2018 года. Далее достроить этот дом взялся частный инвестор из Москвы. Проведя все необходимые экспертизы, укрепив береговую линию, дом достроили. Летом 2022 года стартовали продажи квартир. На тот момент цена была 107 тысяч за квадрат. А уже 5 сентября 2023 года дом сдали в эксплуатацию. Я получила ключи от своей квартиры и приступила к ремонту. Хочу немного рассказать вам о микрорайоне Черемушки. Это старый уже район со своей сложившейся инфраструктурой. Прекрасная транспортная доступность. До трамвая всего 7 минут пешком. До ближайшей остановки автобуса 3 минуты пешком. Район богат детской инфраструктурой. В районе есть 5 детских садов, просто в пешей доступности. Две школы-гимназии. Одна с углубленным изучением математики, а другая с углубленным изучением французского языка, в которой, кстати, учатся мои дети. Также еще две общеобразовательных школы. Есть футбольная академия и классическая школа искусств. 7 минут пешком до главного корпуса Кубанского государственного университета. 10 минут на трамвае до базового медицинского колледжа и 20 минут на трамвае до Государственной медицинской академии города Краснодара. А также поликлиники, детская, взрослая. Пешочком можно дойти до Восточного рынка, там вы можете купить свежие фермерские продукты. В общем, все-все-все самое нужное, самое полезное есть в этой локации. Территория застройки представлена не только жилым домом, о котором я расскажу вам чуть-чуть позже, и набережной, на которой мы с вами только что были, а также здесь есть детские площадки, тренажерный зал под открытым небом, амфитеатр и столы для настольного тенниса. Застройщик смог сохранить несколько взрослых деревьев, это платаны и сосны, за что лично от меня им большое спасибо. Территория комплекса круглосуточно находится под видеонаблюдением, а также осуществляется непрерывная охрана. Дом каскадного типа с переменной этажностью от 17 до 23 этажей. Всего 548 квартир, 8 подъездов, в каждом подъезде 3-4 квартиры на этаже, то есть своих соседей вы точно будете знать в лицо. А это очень большая редкость для Краснодара. А теперь немного о технологии строительства. Дом построен на свайном фундаменте, имеет монолитно-стеновую перекрестную технологию. Как и большинство строений в Краснодарском крае, сейсмическая устойчивость такого здания 7-9 баллов. Первый этаж облицован облицовочным коричневым кирпичом, со второго этажа фасадная штукатурка. В каждой квартире стены перекрытия монолитные толщиной 200 мм. Это значит, что в таком доме будет тепло зимой, прохладно летом, а также это отличные показатели шумоизоляции, значит, вы не будете слышать своих соседей. Что касается парковочных мест на территории комплекса, 96 наземных парковочных мест и 176 мест в подземном паркинге. Вот так выглядит подземная парковка, мест достаточно много, должно хватить всем.
Как я уже говорила ранее, в доме всего 8 подъездов. Входная группа представлена у нас двумя входами. Один – это вход на пожарную лестницу, а также главный вход, где у нас находится лифтовой холл и небольшая зона ожидания с мягким диванчиком, где вы можете встретить курьера или вас могут подождать ваши гости, которые пришли к вам домой. Посмотрите, какой классный здесь есть видеодомофон. То есть вы можете из своей квартиры по приложению наблюдать, кто пришел к вам домой, либо наблюдать, как гуляют ваши дети на детской площадке, какая классная навигация с цифрами, обратите внимание. И, конечно же, надежная алюминиевая дверь. А что у нас внутри, пойдемте посмотрим. Друзья, попадая в подъезд, мы видим уютную дизайнерскую зону ожидания. У нас здесь мягкий диванчик, журнальный столик, вазоны для растений, зеркало со светодиодной подсветкой, а также интересные интерьерные решения на потолке. Лифтовой холл облицован керамогранитом. Посмотрите, какое интересное дизайнерское решение. Почтовые ящики встроены в специальную нишу для них с подсветкой. Это все очень интересно и гармонично выглядит. Лифты Otis не в каждой новостройке Краснодара сейчас встретишь. Тут есть интересная навигационная табличка, по которой ваш курьер быстро сможет сориентироваться, где находится, на каком этаже находится ваша квартира, и быстро доставить вам ваш заказ. В этом доме также есть лапомоечная для ваших четвероногих друзей. Также можно будет помыть колеса велосипеда. Друзья, мы с вами поднялись на жилой этаж. Справа у нас находится дверь, которая ведет на общественную лоджию. Посмотрите, какой потрясающий вид на ночной Краснодар. Как я и говорила ранее, на площадке всего лишь 4 квартиры. 4, друзья мои, не 11, не 18, 4. По стандартам это соответствует бизнес-классу, но это комфорт. Застройщик заранее озаботился и сделал нам вот такие красивые и надежные двери. Они облицованы МДФ, как в отеле, от пола до потолка. Посмотрите, какой эстетичный, красивый вид. А сейчас, друзья, на примере однокомнатной квартиры 53 квадратных метра я покажу вам, в каком виде вы получите квартиру после заключения договора купли-продажи. Итак, рассмотрим планировочное решение конкретно в этой квартире. При входе нас встречает ниша, в которой вы запросто можете обустроить гардеробную комнату. Здесь обустроена ниша, в которой выведены все трубы и все коммуникации, что значительно вам разгружает ванную комнату, в которой запросто вы сможете поместить все необходимое. Площадь этого коридора 7,8 квадратных метров. А сейчас пройдем в ванную комнату. Ванная комната площадью 4,2 квадратных метра. Вот эти трубы – это водяной полотенцесушитель. При необходимости вы сможете его убрать и сделать, допустим, электрический. 4,2 квадратных метра, друзья, для однокомнатной квартиры это просто шикарно. Здесь вы запросто сможете поставить ванну и стиральную машину, сушильную машину. Все, что необходимо для комфортной и прекрасной жизни. А сейчас давайте пройдем и посмотрим кухню в этой квартире. Кухня правильной квадратной формы 11,5 квадратных метров. Кстати, друзья, всю информацию актуальную, которая обновляется каждый день, я беру у нас на сайте. Компания «Ассоциация застройщиков» ежедневно для вас обновляет информацию по планировкам, по ценам. Так что заходите, ознакомьтесь и звоните мне. Кухня правильной квадратной формы. Здесь у вас станет любой абсолютно кухонный гарнитур. Вот здесь мы можем принимать пищу, зона приема пищи. Вертикальная разводка отопления у нас здесь присутствует.
И также выход на лоджию с нашим прекрасным видом на озеро. Вот такая большая 4,6 квадратных метров лоджия с витражным остеклением. Это у нас вид на восточную часть города. Вы можете наблюдать озеро, уточек, которые плавают в озере. И в целом здесь шикарный вид на весь город. У нас здесь оштукатуренная стена. Стяжки нет на полу, поэтому если вы захотите сделать эту лоджию жилой, то можно сделать себе теплый пол. Здесь алюминиевое остекление, но, к сожалению, оно холодное, поэтому если вы захотите присоединить лоджию к кухне, озаботьтесь тем, чтобы это было теплое остекление. Остекление придется, конечно, поменять. А так лоджия просто шикарное место для отдыха с всей семьей, либо для того, чтобы посидеть, книжечку почитать в кресле. По мне, это классное решение. Жилая комната в этой квартире имеет площадь 21,8 квадратных метра. Если мы посмотрим на планировку у нас на сайте Ассоциация застройщиков, комната кажется немного вытянутой, но это вовсе не так. Ширина жилой комнаты 3,36 квадратных метра. Друзья, вы только вдумайтесь в эти цифры. 3,36. В то время как многие застройщики в Краснодаре в своих жилых комплексах делают ширину комнаты 2,50-2,80. Я, конечно же, знаю о таких комплексах и смогу вам тоже о них рассказать, если вы позвоните мне по номеру телефона, который вы сейчас видите на экране. Ну, а покупатели в таком комплексе вы уже определитесь сами. Комната правильной прямоугольной формы. Здесь мы видим трубы отопления. У нас двухтрубная вертикальная разводка. Согласитесь, не очень эстетично выглядит. Мы сможем убрать этот неэстетичный вид, если зашьем трубы в гипсокартоновый короб, предварительно оставив ревизионное окошко вот здесь. Батарею можно заменить на дизайнерскую и развернуть вот сюда, разместить батарею. Вынесем блок на лоджию, тем самым объединив лоджию с комнатой с нашей. Для того, чтобы узаконить подобную планировку, вы также можете обратиться ко мне. Я вам подскажу кадастрового инженера, который сможет узаконить такую перепланировку. И у вас будет прекрасный вид на озеро круглогодично. Площадь лоджии, которую мы с вами присоединяем к жилой комнате, 3,6 квадратных метра. Вот этот блок мы запросто можем снести, это керамзитобетонный блок, монтаж будет достаточно легким. Но для того, чтобы присоединить к жилой комнате это холодное помещение, нам, конечно же, нужно будет его утеплить. То есть нужна будет стяжка, теплый пол, либо конвекторы обогревающие. Также нужно будет позаботиться о теплом остеклении, так как это алюминиевое остекление, оно холодное и зимой будет достаточно прохладно. Здесь у нас есть корзина для внешних блоков кондиционера. Здесь размещается кондиционер, и вынув окошко, вы сможете без труда его обслужить. Мы только что с вами посмотрели квартиру. Ее цена по состоянию на 12 декабря 2023 года составляет 6 миллионов 990 тысяч рублей. Я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, но вся актуальная информация у нас на сайте компании Ассоциации застройщиков. Переходите на сайт, ознакомьтесь с ценами, звоните мне по номеру телефона, который вы сейчас видите на экране, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, если еще не подписались. С вами была Мария Рожкова, компания Ассоциация застройщиков. Всем пока-пока!